Подготовил я левую часть кухни к покраске. Тут тоже загрунтовал, потому что это будет здесь открыто и все. Здесь дверцы нету, будет стоять микроволновка. Нижняя часть еще не знаю для чего. Потом придумаем. Дверцы тоже подготовлены. Правда, вот это вот крайне еще не совсем. Так, ну покажу одну вблизи дверцу. То есть я ее сейчас должен обработать немножко шкурочкой пройтись. И в принципе все, буду покрывать основным цветом. Как по мне, получилось неплохо. Но есть все равно недоработки, которые я вижу. Я их сейчас устраню и будем красить. Для сравнения, вот я покрасил это уже основной цвет. Всего лишь прошел один раз. И вот он как отличается от грунтовки, да? То есть, что хочу сказать, что грунтовать нужно хорошо. Почему? Потому что если вы загрунтуете хорошо поверхность, вы потом сэкономите просто основную краску, которая, как обычно, краска всегда стоит больше денег. Ну, например, могу сравнить, вам сказать, по здешним ценам. Получается, вот грунтовка стоит у меня не литр, а 750 грамм. Это получается 7 евро. А сама основной цвет у меня выходит 750 грамм 18 евро. Ну, так вот приблизительно разнится цена. Так. Эту тоже я уже покрыл чуть-чуть. Сразу вылезли недостатки. Я их зачищу. Вот видите, специально оставил вот так вот, чтобы вы видели разницу. Ну, посмотрим. Надеюсь, все будет у меня хорошо. Ну и продолжаем. Как говорится, вот и результат моей работы. Первая часть кухни, я ее покрасил, все хорошо, даже уже установил там микроволновку, подключил электричество, поменял розетку, все тут сделал, сделал подсветку, вот здесь получается такая подсветка, в принципе яркая, здесь я купил такую вот лампу интересную. Может, кому-то будет интересно. А лампа с розетками тоже и УСБ. Мало ли вдруг пригодится. Вот. Все хорошо, но без косяков, как говорится, не бывает. Тут у меня вроде все нормально. То есть я сделал здесь защиту, чтобы краска не царапалась. Все нормально. Косяк такой. Что-то я увлекся установлением ручек и что-то просчитался и взял и установил ручку внизу, как по типу, как вот здесь. Видите, все три установил в одном положении. А здесь, ну, придется зашпаклевать эти дырочки и покрасить. Ну, ничего страшного. Ну и уже подхожу к этой кухне. Вот у меня тут такой кавардак. Все начинается сверху. То есть, если сравнить уже с покрашенной частью, это небо и земля. Мне понравилось. Показал друзьям. Друзьям тоже понравилось. Вот. Здесь у меня что? Здесь у меня проблема. Всегда, когда что-то готовится, поднимается пар, жир. И здесь я все усилю, потом покажу, как я буду все здесь это выполнять, чтобы как бы мебель не портилась. Хотя вот здесь это такое агрессивное место. Вот смотрите, когда жир собирается, все, здесь придется поработать, здесь придется все зачистить. Но я вот тут пробовал, такие эксперименты делал. Ну, то есть скоро все будет показано. Ладно, продолжаем нашу войну с кухней.
Что там будет дальше, я вам покажу.